Выступление Вики Цыгановой – одно из самых народно любимых певиц в нашей стране, подарок для самарцев. Концерт был организован в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня самарскими железнодорожниками при поддержке Самарской общественной палаты и Комитета воинов Отечества. Потому что ее песни, как ни никакие другие, отражают всю широту русской многонациональной души. Это очень важно, потому что и железнодорожники всячески поддерживают те решения, которые приняты на уровне нашей страны. В зрительном зале военнослужащие, участники СВО, которые проходят реабилитацию в лечебных учреждениях Самарской области, их семьи и семьи тех, кто сейчас продолжает выполнять боевые задачи. К гостям с приветственными и поздравительными словами обратилась и глава Самары Елена Лапушкина. Стараемся их окружить любовью, заботой, чтобы им было там спокойно и, конечно, поддержать в том числе их семей, чтобы у них душа не болела за их милых женщин, которые остались здесь, в нашем городе. Со сцены звучали как любимые хиты, слова которых слушатели знают наизусть, так и новая песня «Снегирь», которую жены военнослужащих слушали стоя, надев кители своих мужей. Эту акцию подготовили женщины Комитета семей воинов Отечества. Для того, чтобы объединяться, для того, чтобы поддерживать друг друга. Одной ждать очень тяжело, но когда мы вместе, нам проще и легче переживать. А в конце концерта женщинам подарили цветы. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.